Дорогие друзья, мы провожаем в историю 2015 год. Для нашей страны он был важным. Хотел бы искренне поблагодарить вас за труд, за вашу работу и ее результат. Поблагодарить за доверие и поддержку. В эти минуты мы особенно остро чувствуем, как летит тополь, как быстро растут наши рубли, как дорожим мы своими новыми гражданами, как любим их. Каждый вспоминает сейчас самые важные для него события, встречи, слова. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. А оно, как говорят, иногда случается. Но все же мы прежде всего рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом с нами, на тех, кто хочет соединиться с нами в Европе и Азии, Африке и Австралии. Сможем изменить мир вокруг себя и сами станем немного лучше. Заменим газировку квасом русским, фастфуды вкусными полезными блинами, подарим гитофоны друзьям, коллегам, всем, кто нуждается в капле счастья. Дорогие друзья, до наступления Нового года осталось всего несколько секунд. Желаю всем здоровья, любви и счастья. Пусть рождаются дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в каждом доме, в каждой нашей семье царит радость и согласие. Тогда и Россия будет стоять прочно и нерушимо. С праздником вас! С новым 2016 годом!